Ще ми також знаємо, що недавно вас запросили в Комітет по економічному розвитку, чим вас, власне, і вітаємо. Також з деяких джерел відомо, що його засідання будуть проходити приблизно раз на 3 місяці. Як ви вважаєте, чи такий темп засідань є достатнім в сьогоднішній економічній ситуації в Україні? Не, ну, на сейчас запланировано, что будет проходить эти совещания раз в 2 недели. Предыдущее было на прошлой неделе, следующее будет на 24 апреля. Я вот сегодня получил документы на рассмотрение, проанализировал, уже задал некоторые вопросы в секретариат. В целом, вот сейчас подготовлен очень большой в кабинет министров, там 74 страницы, документ, который затрагивает практически все сектора экономики, в том числе жизнедеятельности. Очень разумно все выглядит, очень все грамотно. Они пользуются там, не только экспертной думкой, но и там, привлекает много еще там. То есть в борьбе с экономическим кризисом и коронавирусом принимает участие очень широкий круг такой мозгов. И вот я прочитал все, что там было написано сегодня, там все эти 74 страницы, все очень, очень разумно, поэтому Кабмин осознает проблемы, которые порождает в том числе сам карантин. Пока не буду оглашать там, что было написано, потому что у меня нет на сейчас разрешения это публиковать, делиться, но все очень разумно. Поэтому я думаю, что нам полегчает. Как, Це дуже когда... добре, якщо таке Да. То есть оптимістичне, там так. сейчас, это вот где-то на самый конец апреля уже запланировано изменение карантинного режима и там, большие кредитные каникулы, вливание денег, прямая поддержка бизнеса, населения. Все очень разумно. Тобто, дивіться, ви сказали, що чимало людей зайняті в цій комісії, в цьому комітеті. Який має бути результат роботи комітету, власне? Це повинен бути в формі звіту в Кабінет міністрів, чи, можливо, це будуть проекти законів чи постанов, які будуть подані на розгляд у Верховній Раді чи у Кабінет міністрів уряду? Смотрите, у нас есть право давать предложения в Кабинет министров на рассмотрение. Я вот сегодня 2 предложения, нет, 3 предложения от других членов комитета прочитал. Как обычно, всегда есть некие спорные моменты, но для этого и создается большой мозговой штурм, think tank, когда из разных мнений появляется какая-то истина. Отдельно наша задача – это проверять, грубо говоря, на вшивость идеи, которые рождаются в кабинете министров. Поэтому я им сегодня задал вопросы. Пару вопросов задал, которые мне не очень понятны, которые я бы хотел, чтобы они разъяснили. Но самое главное, там больше это больше именно как проверка на вшивость. Они, там, то, что я увидел, они не полагаются на нас, они сами проводят очень хорошую работу. То есть они ее провели, вот она есть. И они получили не только от комитета информацию, но и от других участников рынка. И вот то, что я видел, это консолидированное мнение от бизнеса, от крупного бизнеса, от мелкого бизнеса, от банковской системы, от аналитических центров, от частных экспертов, которые представляют хорошую и экономическую, там, и неэкономическую мысль. Поэтому я такого от предыдущих кабинетов министров не встречал и Так, це жизнедеятельности. дуже добре, так що фахівці своєї справи працюють саме в цьому місці, в цьому комітеті. Ерік, можете розповісти нам вкратце о своєму проєкті HAX? Ми знаємо, що він якраз орієнтирован на маленьких і середніх інвесторів, яких в Закарпатті, думаю, можна знайти. От так по пунктам, якщо можна, Ну, я это пожалуйста. называю инвестиционный депозит, и ключевое – это
с одной стороны, IT-решение, потому что я туда вложил все свои мозги, все свои знания, а я работаю в этом направлении с 92-го года как аналитик, с 95-го года инвестирую и торгую на глобальных финансовых рынках. Поэтому опыта больше 25 лет уж точно такого практического опыта. При этом в том числе опыт, в основном-то я работаю с миллионерами и больше. Вот это. Но мне удалось найти качественное решение для небольших инвесторов. То есть практически они могут получить тот же самый сервис, как и самые богатые люди. Чуть-чуть меньше возможностей, потому что маленьким инвесторам мы не рекомендуем покупать индивидуальные акции. Потому что мало ли что случится там с Tesla или с Microsoft. Хорошие компании, но это высокая зависимость. Есть более устойчивые решения для небольших счетов. Плюс отдельно деньги находятся на вашем счету. То есть это ваш счет, который вы подключаете просто к нашему советнику, к нашему роботу. И все, и можете в любой момент отключить, можете в любой момент забрать деньги. Там, если нужно там, купить дом или на лечение, или на обучение, нажали на кнопку, через 24 часа деньги у вас на счету. То есть мы с ними ничего не можем сделать, там, забрать или вот что-то. Это какая-то очень высокая степень безопасности. Но это самое правильное решение, потому что зачем наши риски брать, там, перекладывать на вас, не имеет никакого смысла. Да, кстати, ключевая разница между банком и нами. Когда вы отнесли деньги в банк, это теперь уже не ваши деньги. Это уже долг банка перед вами. То есть здесь вы покупаете в США, у крупнейшего американского брокера с госгарантиями США, покупаете лучшие активы этой планеты. И это акции, недвижимость и облигации. Три основных класса активов. Это американская недвижимость, это американские гособлигации, и это американские акции, там не только американские, это глобальные. И оно обанкротиться не может, потому что в базе лежит очень простая идея, которую я в 2008 году еще разработал, и там, в двух книгах у меня про это очень подробно написано. Просто в 2017 году мы только это запустили, когда в Украине разрешили инвестировать за рубеж, наконец-то, украинцам. По там, 100 тысяч евро в год каждый украинец может сегодня легально абсолютно инвестировать за рубеж. Очень простая идея. Есть активы американцев. Активы американцев сегодня в сумме составляют 120 триллионов долларов. 120 триллионов. И среднегодовая доходность за 100 лет 8-9 годовых. И что еще? Чем больше денег печатает ФРС США, тем больше ваш доход. Потому что в конечном итоге все деньги, которые они печатают, оказываются в активах. То, чего сейчас все боятся, что будет инфляция доллара, так она в первую очередь будет не в кофе, не в чае и не в шоколаде. Она будет в активах. Потому что вот сейчас американцам дают там, по 1000 долларов. Каждому американцу спасают от кризиса. Что делает американец? Он идет в магазин, покупает продукты. Он платит арендную плату, он тратит эти деньги. Ему дало правительство, он их потратил. Где оказались эти деньги? В бизнесе, потому что бизнес произвел то, что купил американец. Поэтому в итоге, в любом случае, деньги оказываются в бизнесе. И там корреляция, один к одному практически. Просто вот они напечатали, активы подорожали. И, то есть, мы инвестируем в базе по той же структуре, как инвестируют американцы. Убить это невозможно, потому что это нужно уничтожить США. Ядерными какими-то бомбами закидать США, может быть, тогда ничего не поможет, в моем понимании. То есть, если убить США, то ничего не поможет. Это из-за вас самый сильный центральный банк планеты, ФРС США, за вас вооруженные силы США, за вас вся IT-мощь, потому что если на улицах начнут ездить автомобили без пилотов, без водителей. Кто будет владеть технологией? Конечно, американские компании. Кто владеет технологиями интернета, бигдата? Конечно, американские компании.
То есть в конечном итоге все создается, всем сегодня владеют американцы. Так я лучше буду владеть частью, вот ровно вот. Ну, причем наша задача это еще там увеличивать долю. Потому что сейчас у нас мы всего управляем 120, больше 120 миллионов долларов. Из них в Хаксе сейчас порядка 250 клиентов и где-то 12 миллионов долларов. Ну и каждый месяц подключается порядка 40 клиентов. Мы только в прошлом году начали продавать уже агрессивно. И получается, чем хуже в Украине, тем больше у нас клиентов. Ну, а чем больше денег будет в Украине, тем опять у нас, ну, то есть у нас такая беспроигрышная ситуация, потому что мы как глоток свежего воздуха для людей, потому что в банках в украинских хранить опасно и невыгодно, в украинских ОВГЗ опасно и невыгодно, в недвижимости, ну, сколько можно этой недвижимости, ну, поэтому у нас сейчас альтернатив в Украине нет. Я надеюсь, может быть, появятся конкуренты через пару лет, но к этому моменту мы будем так далеко, что у меня вот в одной Украине стоит задача больше 100 тысяч клиентов получить. Ну и, конечно, меня вообще-то рынок интересует США и Европа. То есть там больше клиентов, там больше денег. Поэтому для нас Украина – это ключевой рынок на сейчас, но то, что мы сделали, Это лучшее мировое качество. Потому что тут как у меня принцип, либо делай как для себя и лучше, чем для других. Или... Ну, кстати, у меня базис, почему же в том числе, что ну, я занимаюсь активами своей семьи. То есть я управляю активами своей семьи. Если со мной что-то случится, моя семья не умеет управлять активами. Поэтому мои активы, в том числе в Хаксе, не как бизнесмене, а именно как инвесторы. Я знаю, что вот они будут там находиться, и неважно, в какой стране мира они будут работать или жить, с ними все будет хорошо. Они будут... что их никто не обманет, и никто там лапшу на уши не навешает, и они не потеряют свои деньги. Так, ми також сподіваємось, що після інтерв'ю довіра збільшиться закарпатців і серед них, власне, кількість клієнтів ваших, сподіваємось, що вона зросте. Дивіться, ви розповіли нам про закордонні інвестиції. Зараз в телеграм-каналі, чимало телеграм-каналів, які саме присвячені цим інвестиціям, порушувалось питання щодо оподаткування коштів із цих закордонних інвестиційних рахунків. Є проблема в тому, що в Українському податковому кодексі є дві статті, які по-різному трактують розрахунок інвестиційного доходу і прибутку. Власне, з цим і питання. Чи має Ерік Найман бачення того, як має розраховуватись і оподатковуватись інвестиційний дохід? І чи може він ну, запропонувати ці зміни відповідальним особам? Первое. Американцы не дают информацию в Украину об остатках и о том, что там происходит, и о доходах. Они на самом деле никому не дают эту информацию, ну и тем более Украине, потому что мы еще не подсоединились к международной сети по обмену налоговой информацией. Второе. В украинской налоговой на сейчас нет методических рекомендаций о том, как облагать налогами. У них есть несколько консультаций письменных, у них есть несколько писем, которые друг другу или противоречат, или пишут одно, но в самом конце пишут, что все, что написано выше, это просто наше мнение, поэтому если у вас есть индивидуальный запрос, то пишите, и мы вот на него персонально ответим. Понятно, тут появляется и коррупционная составляющая, не самая хорошая. Поэтому мы консультируемся с ведущими аудиторами Украины. Это Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers, большая четверка. У них тоже расходятся мнения о том, как облагать налогами. Мы подали
Ну, не только мы и там, наши коллеги по индустрии подали предложение в налоговую об изменении, внесении изменений в кодекс, в уточнение, как нужно более правильно уточнить этот аспект. Хотя даже методические рекомендации были бы достаточно. Я трактую... Есть два подхода. Можно облагать налогами доходы, можно облагать налогами прибыль. И вот негативная трактовка налоговой, а мы будем облагать налогами доходы. Но даже доход, а что является фактом получения дохода? Обычно это факт получения вами денег, или товаров, или услуг, что вы что-то просто так вот получили. Например, если вы получили от кого-то подарок дорогостоящий, по-хорошему, вы должны его задекларировать, потому что, ну, это подарок. В налоговом кодексе написано, должна быть подарок выше какой-то суммы, сейчас точно не помню, ну, получили в подарок, не знаю, iPhone, ну, наверняка с него нужно заплатить 20%. Получение денег, если вы инвестировали туда, там не банковский счет. Вы торгуете, пока деньги крутятся там в обороте, и вы не возвращаете их сюда, у вас нет факта получения дохода. Вы не получили доход. Но даже если вы инвестировали туда и вернули свои деньги, в назначении платежа написано «возврат собственных средств». Там не написано «зарплата». Там не написано доход от ценных бумаг. Этого нет. Там возврат собственных средств. Налоговая не может это идентифицировать как доход. Но даже если они спросят, а это же был там, а почему вы получили назад деньги, вы показываете, вот я их отправил туда, 10 тысяч долларов, вот я их назад получил, эти 10 тысяч долларов. Где доход? Тут дохода нет. Я отправил 10 тысяч, вернул назад свои 10 тысяч. По платежкам оно так выглядит. Вот если вы вернули назад 12 тысяч, тогда с 2 тысяч, конечно же, нужно заплатить налог. Но к тому времени у нас и клиенты подают уже, вот этот год уже будет третий, но в предыдущие 2 года клиенты подавали, мои сотрудники, которые тоже имеют там счета, тоже подавали налоговую декларацию. Кто-то подавал, кто-то не подавал. Кто-то не подавал только потому, что ничего оттуда не возвращал. Кто-то возвращал, но вносили в налоговую декларацию, налоговая принимала, там, никаких вопросов по налогообложению дохода не было. Платил только с прибыли и все, и ни центом больше. Поэтому мы, конечно, работаем над этим вопросом. У нас сейчас и готовятся там, и внутренние IT-решения даже. Для некоторых мы, может быть, будем оказывать платную услугу, но, к сожалению, платную, потому что там бегать по налоговой, это все-таки стоит какое-то время и силы, но она не будет там зашкаленная по цене, что мы будем от имени человека подавать налоговую декларацию, уже подкрепившись с определенными документами.